Ниндзя! Привет, друзья! Рад видеть сегодня вас в нашей студии. Если кто не знает, это наши замечательные издатели, изобретатели, разработчики, производители. Дальше не знаю. Игры Лиха. Поприветствуйте бурными аплодисментами. Здрасте. Да. Здрасте. Рассказывайте, как так случилось, что вам в ваши лихие головы, Господь милосердный, пришла идея сделать настольную игру, когда все вокруг твердят о том, что делать свою настольную игру — это гроб с музыкой, в общем, болото и тяжело. И как вы так всем доказали, что это неправда? Ну, они недалеки от правды в некотором роде. Есть некоторые сложности, да. Все, на самом деле, очень просто. Много раз рассказывали, расскажем еще раз, в этот раз покороче, по крайней мере, начало. У каждого витала в голове идея создать настольную игру, точнее, варгейм, в первую очередь. Вот. Как-то однажды Серафим очень сильно этой идеей загорелся, вот. Начал накидывать шаблон варианты, в какой-то момент понял, что одному тяжело, пришел ко мне, вот, мы уже тогда дружили хорошо, и сказал, что вот есть идея сделать свой варгейм, не хочешь поучаствовать? Вот. Я, поскольку тоже этого желал, сказал, да, давай попробуем. И мы начали пробовать. В общем-то, с тех пор от изначальных разработок осталось достаточно мало. Есть все еще некоторые игровые механики, которые пришли с самого начала, но в целом вид проекта, конечно, очень сильно поменялся. Mm-hmm. И теперь он вот такой, какой он есть. Мы начали в 2019 году. Да. Ну, прям совсем начали. Mm-hmm. И сколько времени пришлось потратить от начала-начала и до коробочки? Получается, 3 года. Да, ну вот коробочка вышла у нас, получается, в прошлом году, да? Да, большая коробка стартер у нас вышла 22-го. Да. Ну вот, соответственно, получается, 19-го до 22-го. Да, да. Сама разработка, ну, она в несколько этапов проходила. То есть сначала мы... Многие спрашивают, опять же, как это происходит. То есть, типа, что вы сначала придумали, там, сеттинг или что-то еще. Нет, не сеттинг. У нас сначала была идея создания какой-то модели игровой. То есть какой-то механики. Ну, точнее, много механик. Набора механик, да, связанных друг с другом определенными способами. Это называется игровая система. Именно так. Вот. И, как я уже говорил, очень много воды утекло с самого начала. Все практически до неузнаваемости поменялось. Но изначально мы работали именно над тем, чтобы сделать игромеханику. Когда мы уже более-менее определились с игромеханикой базовой, да, и решили, что мы будем делать именно разных персонажей с способностями. Не какие-то шаблоны персонажей, не болванки, а именно именных персонажей. Стал вопрос о том, какой, в общем-то, выбрать сеттинг. И долго думая, мы спросили друг у друга, а что вообще тебе нравится, и сошлись на том, что нам обоим нравится Dark Fantasy, и, в общем-то, о том, что мало кто делал на тот момент, по крайней мере, да, именно вот варгеймов в стилистике славянской Dark Fantasy, и определились на этом варианте, потому что обоим это нравится, и вот. Как тестили? О, усердно. Усердно. Ну как, мы, короче, изначально мы тестили вдвоем, только со Славой. Да. То есть вот у нас там возникала какая-то идея по игромеханике, собирались в клубе и сидели, двигали миньки, кубы кидали, думали, чесали репу и там, ну, разные, да, варианты прикидывали. Да. Ну то есть каждый что-то думал у себя в голове, но у нас был условный график тогда, получалось. Тогда, кстати говоря, мало даже играли в варгеймы в силу, ну, да, этого. Мы так, в принципе, подзабили на, да, ну, на просто хобби, как на игру как хобби в разные системы. У нас был график, что вот мы 2 раза в неделю встречались. Вот. Один обычно ненадолго, один прям надолго. То есть мы приезжали там вечером в клуб и сидели до упора, работали, тестили, обсуждали и так далее. Плюс еще в Дискорде. Ну, в Дискорде очень много сидели, да. Но просто на самом деле, когда сидишь вживую, это все проделываешь, как-то мысли складываются, да, лучше. Вот. И вот таким образом сначала тестили вдвоем. Когда уже сильно позже, когда уже прям и игромех был готов, и уже персонажи были написаны, и, по, ну, сути, большая часть... через год. Да-да, даже больше, мне кажется, было. Когда мы пригласили ребят, когда уже у нас были готовы персонажи уже со способностями, которые уже были непосредственно этими способностями наделены, каждый конкретными,
Вот. И уже были написаны все миссии. Вот. Мы, соответственно, пригласили ребят, наших друзей замечательных, которые нам помогли с альфа-тестами и потом с бета-тестами. Наигрывали много, в принципе, можно посмотреть. Там в книжке правил есть список, да, ребят, которые помогали. Всем им большое спасибо. Классные, очень сильно помогли. Вот. И они нам помогали, указывали наши ошибки, всплывали, естественно, какие-то нюансы, какие-то вещи, которые мы упустили. По мы это фиксили. Да, штуки. Вординги, какие-то несостыковки в механиках. Этого было меньше, но это тоже было. Естественно, все это фиксилось, переделывалось, дорабатывалось. И в итоге получилось то, что получилось. То есть, получается, от начала разработки в 2019 году до первых тестов прошел год. Тестов в смысле с именно тестерами. Да, 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 да. Когда, да. Никогда вы там сами, да, там что-то на, да, коленке у себя играете. Прошел год и даже может чуть больше. Может даже побольше. Года. То есть мы очень много тестили друг с другом. Вот, в какой-то момент поняли, что в целом нас устраивает то, что есть, но абсолютно точно мы что-то упустили. Для того, чтобы, в общем-то, это исправить, ну, нужна фокус-группа, как везде, да, нужен контроль качества. Для этого нужно взять квалифицированных людей, то есть людей, которые там давно, да, и с удовольствием играют в настольные игры, и, в первую очередь, варгеймы. Да, и мы, причем, набрали ребят, которые увлекаются разными варгеймами, там, кто-то больше играл в Warhammer, кто-то больше играл, там, в Вармашину, кто-то больше играл вообще в какую-то дичь альтернативную, в Малифо, там, да, и так далее. Ну, во многом ребят пересекались, потому что варгеймеры чаще всего такие, ну, если... Они... Есть варгеймеры, которые играют только в Warhammer, ну, и да, играют во все. Я вот хотел как-то это поаккуратнее сказать, но да. Типа, так часто бывает, что ребята, которые увлечены Warhammer, они просто очень сильно увлечены, и для них ничего другого не существует. Да. Вот. Что в целом неудивительно, потому что вселенная, ну, действительно огромная, это, наверное, самая популярная, самая... Играть всю жизнь и не обыграться. Да, самое крутое вообще, что есть, наверное. Вот. Но, тем не менее, многие играют в сразу несколько варгеймов, а то и вообще во все. Вот. И мы пригласили ребят, и они вот помогали нам тестировать игру. Да, ну где-то, ну, до года полтора, наверное. Может, не полтора, а чуть меньше. Но больше года точно прошло до первых тестов. Как за это длительное время вам удалось, ну, не перегореть этой идеей? Просто, мы с другом решили сделать настольную игру. Это был не варгейм, это была типа... так называемая коробочная настолка. Mm-hmm. Вот. И эта коробочная настолка в течение нескольких месяцев нами разрабатывалась. В общем, с переменным успехом у нас то, что-то получалось, то не получалось. Нас выручало то, что на тот момент мы с ним вместе снимали квартиру, и нам не приходилось ехать в клуб. Мы утром встречались на кухне, базарили 10 минут про игру, шли по своим делам, возвращались обратно на кухню вечером и продолжали базарить. А в выходные мы просто все выходные базарили про игру. Вам для этого приходилось куда-то приезжать, тратить время. Мы в Москве, мы не где-то, где можно 15 минут пройтись и стыкануться, да, встретиться. Ну, да. Там еще был дополнительный прикол, то, что у нас же еще это выпало на ковид. Uh-huh. Как раз уже, когда тестеры должны были быть, uh-huh, тестировщики, да, уже другие ребята. Приходилось там собираться на конспиративных квартирах. Да. Ё-моё, как вы с этим справились? Что помогло? Ну, нам конкретно, мне кажется, ничего особо не помогало, просто нам очень нравилось то, чем мы занимаемся, и мы горели идеей это сделать. То есть была идея в голове такая, что мы хотим сделать какой-то продукт, даже если он не получит какого-то дальше развития, распространения, мы хотим, грубо говоря, для себя закрыть галочку, что могли сделать продукт, который оттестирован, готов к использованию, в нем есть баланс, да, чтобы сделать игру, которая тебя самого устраивает. Вот. Ну и дополнительно подогревало, опять же, да, то, что стилистика тоже очень понравилась. И когда тебе что-то очень нравится, в чем-то не так сильно разбираешься, начинаешь больше читать, узнавать, интересоваться. И вот все, ниточка по ниточке со всех сторон тебя затягивает все больше и больше. Это, знаешь, как мы это превентивно пытаемся решить проблему кризиса среднего возраста. Ну, типа такой, знаешь, возможно, до 40 такой, блин, а я же мог сделать варгейм там или настолку. Да, да. А мы, ну, как бы, мы как минимум попытались, да, вот, уже неплохо. Ну, в общем, просто ключ к этому всему простой. Очень нравилось. То есть нравилось то, чем занимаешься. Так же и в жизни, в принципе, работает, да. Если тебе работа не нравится или какое-то занятие не нравится, ты им будешь заниматься плохо и, скорее всего, быстро бросишь. А если тебе что-то приносит удовольствие и тебе хочется добиться в этом какого-то серьезного результата, доказать что-то, в первую очередь, себе самому, ну, будешь грызть до конца. Это такой кусок вот этого, да, гранита, скажем так. Окаменелого. Окаменелого, да. Блин, кстати говоря, насчет ресерча.
ты сказал, что когда ты в чем-то не очень хорошо разбираешься, но тебе очень интересно, ты начинаешь копаться, изучать. Да. Какой ресерч был? По поводу персонажей именно? По поводу стилистики, сеттинга, к чему вы обращались, как бы? Ну, это была компиляция каких-то мифов и легенд, да, то есть это сказки, ну, да, какие-то иносказания, да, то есть там можно взять одну сказку, и вот одна есть условно-фольклорная, она вот такая. Хотя стоит там приехать куда-нибудь, там, я не знаю, в Кострому, да, там пройти в краеведческий музей, и там эта сказка будет немножко другой. Так реально работает. Вот. При этом есть какие-то уже сказки адаптированные, написанные, ну, писателями непосредственно, да, там уже герои тоже немножко другие. И все это наслаивается на какую-то идею мира. То есть была в голове некая идея мира, вот, в рамках которой персонажи должны были определенным образом меняться. Вот, и на это наслаивалось. Ну и последнее, это то, что у нас была вот самая основная, да, стилистика, вот этот гримдарковый, условно, как в Вархаммере почти. Вот. Ну то есть это мир, полный загадок и тайн, но не со знаком плюс, а со знаком минус. То есть это не волшебный сказочный лесок, в который можно прийти, соответственно, скушать бабочек и покакать радугой. Ну тут как бы все намного тяжелее. Ушел в лес, умер, скорее всего. Причем даже не дойдя до обосраки, это обезвоживание, это умер, еще от чего-то. Ну в общем, мир жестокий. Вот, и когда ты применяешь... Со многими персонажами это классно работает, они и так, если брать там исходники условно, да, какие-то старые мифы, сказки, там и так все достаточно брутально и жестко. Эти персонажи, наоборот, они, особенно в современных или осовремененных сказках, да, времен там советского периода рисовки, там еще когда-то, может, уже и позже, они кажутся такими какими-то более... теплыми, мягкими, классными, да, добрыми, да, да. А на самом деле они таковыми не являются. И ты меняешь их обратно. Но меняешь их обратно, уже держа в голове какую-то свою идею. Вот. Ну, так и получилось. А насчет механа, ладно, по поводу сеттинга, по поводу стилистики, это в целом понятно. Но вот насчет механа. Каким опытом должен человек обладать, чтобы сделать настольную игру? Тем более Wargame. И каким опытом вы обладаете? Ну, наверное, просто надо много играть, минимум, да. Да. То есть, если много играешь, постоянно этим занимаешься и играешь, самое главное, наверное... Организуешь что-то по игре. Организуешь, в том числе, да. Там, пишешь какие-то свои правила. У меня был опыт уже написания правил под различные и компании, под различные другие системы. И, в принципе, мы тестировали это в своих комьюнити, да, там водили людей, людям нравилось. То есть, я примерно представлял, да, как сделать так, чтобы людям понравилось, условно. И чтобы мне понравилось, и им понравилось, скажем так. Вот. Но самое главное, да, это играть. Играть много, и при этом желательно играть в разные. То есть, да, типа, да, если играть всю жизнь там, в одно и то же, без претензий к фанатам Вархаммера, которые играют только в Вархаммер, я про другое. А то, я знаю, сейчас набегут. Хотя они и так набегут. Но если все время, да, пробовать что-то одно, то ты не узнаешь вообще, в принципе, что бывает. Нужно поиграть в игры от разных геймдизайнеров. Да, поиграть в игры от разных геймдизайнеров. Зачастую у них, в принципе, разное представление о том, как вообще должна функционировать игра. То есть это касается всего. Это касается там механик передвижения, механик линии видимости, это касается механик применения способностей, это даже касается кубиков, ну, это самое простое, да, что... Ну да, движок. Да, то есть, типа, на каком кубике это работает, да, а на скольки кубиках это работает. Да, как распределяется вероятность. Как значение вероятности распределяется. Как на это можно влиять. Да, то есть это все очень интересно, когда смотришь на какую-то одну игру, там все одинаково работает, ну ок, работает. Главное, что работает. А когда понимаешь, что в мире существует куча всего разного, то начинаешь видеть, что вот здесь это сделано лучше, а вот здесь сделано хуже. А как бы мне сделать так, чтобы взять хорошее отсюда и отсюда, а плохое отсюда не брать? Начинаешь так делать, у тебя свое плохое вылезает, что-то еще не работает, такое, ага, оказывается, это немного сложнее, чем я думал. Вот. Но в итоге что-то получается. Так во что в итоге вы-то играли? Ну, как бы... Да что? Много во что. Ну, Вархаммер... Ну, игра от ГВ, естественно, да. Я играл... Я практически не играл в ФБ. У меня... Одна армия до сих пор дома стоит, небольшая, вудов. Я играл в него из разряда там вот с друзьями на кухне пару раз мне там показывали. Можно сказать, не играл. В 40-ка много играл. Мартхейм, если про ФБ говорить. Ну да, в Мартхейм много играл, но позже. Собственно, в Ваху 40-ка много играл. Начинали мы с Мишкой в конце 4-й редакции. Играл всю 5-ю и 6-ю, в начале 7-й бросил, надоело. Пробовал играть в Вармашину, ну так, не сильно много, ну там какое-то время поиграл. Из ГВшных очень много играл в Мартхей, в Некромунду, в старую, в новую прям совсем много.
Играли мы в Малифо вместе достаточно много. Играли мы достаточно много в Dark Age. Не очень популярная, наверное, игра. Мы, вот, собственно, с Лешей Бородой, ну, многие знают этого человека, те, кто в Москве живет. Я тоже турнир выиграл. Хорош, хорош. Я три. Вот. И мы с ним вообще педалировали эту систему, достаточно много в нее играли. Вот. Играли от Мантиков в Dead Zone, это их малый формат, который, кстати говоря, полем похож очень на эту игру. Одна из идей была взята оттуда. Ну, она не была перекомпилирована, но тем не менее. Вот. Что еще играли? Что-то еще играли, наверное, так все, ну, не типа вспомнишь. Frostgrave. Frostgrave, да, кстати, играли. Stargrave играли. Rangers Shadow Deep, да. Но это уже игры Джозефа Макау. Я уже где-то рассказывал, что мне очень нравится, да, геймдизайнер, у него крутые идеи. Monpok. Да, Monster Apocalypse еще от Privateer Press, помимо этого. Что еще? Что еще? Что-то... Так, про самолетики мы вроде... Или про кораблики. Про кораблики мы играли от Vanquish Rules. Это то, что вот недавно выходило. Вармастер. Вармастер, да, это, собственно, ВАХ ФБ в маленьком 10-миллиметровом масштабе. Кстати, игра офигенная игра. Да, офигенная. Ее делают, по-моему, ребята из Польши, да? Нет, сейчас поддерживают чуваки из Чехии. А, из Чехии? Ну, короче, там несколько есть вариантов. Но которые... самый популярный — это Чехия. Который этот... Revolution. Revolution, точно, да. Вот он прям крутой. Тоже, да, здорово. Ну, короче, много во что играли. Наверняка что-то забыл еще. Миник дома дофига валяется. Ну да, это не считая на стол. Ну да, не считая на стол. Да, список колоссальный, действительно, есть где получить опыт. Жаль, у меня такого нет. Зато у тебя есть жизнь. Я бы так даже... Ну, чё, клёво, что вы, не знаю, вы дожили до 40? Пока нет. В сумме мы дожили, да, больше, чем до 50. А если в сумме? В сумме, да. Ну, ладно. Хорошо, что вы не дожили до 40 и уже сделали свой собственный варгейм. Друзья, пожалуйста, обратите внимание. Это возможно. И вот живое тому доказательство. Сидят парни прямо передо мной. Кое-кто тут почти до 30... Чуть не дожил до 30. Завидую. А это хорошо или плохо? Я не знаю. Доживи. Пожалуйста. Будь добр. Будь добр. Вернемся к лору. Да. Давайте вернемся к лору. Насколько лор развитый в вашей игре? В голове очень сильно развит. На бумаге пока не очень. Ну, мы регулярно выпускаем какие-то... Мы регулярно, когда выходят новые персонажи, пишем какой-то небольшой очерк о них. Вот. Плюс у нас уже есть какой-то стартовый лор, да, который, по крайней мере, космологию мира объясняет. Вообще, в принципе, его устройство. Даже правильно будет сказать, наверное, миров. Да. Скажем так. А так у нас выходят регулярно рассказы. Вот, достаточно крупные. Они выходят в нашей группе ВКонтакте. Ну как регулярно? Ну, регулярно. Не, ну если имеется в виду заметки. У нас как бы есть формат заметок про конкретных, да, персонажей, которые... Ну, заметки условно... я уже сказал, это очерки. Их, да, назвал, очерки. А вот полноценные рассказы у нас пока опубликовано 2. Да. Вот, но у нас уже готов, по сути, третий, который самый большой, длинный. Большой, да. Он из, как бы, из 3 частей. Да, и почти готов 4. Да. Вот. Но он тоже еще не опубликован, так же, как и самый длинный. Самый длинный достаточно прикольный получился, хочется его побыстрее, на самом деле. Ну, в общем, по поводу лора, тут на самом деле сложность заключается в том, что мы занимаемся и разработкой, и производством, и лором. Ну, всем, по сути, и да. И всем, да. Поэтому у нас что-то, ну, там, не говоря там уже про маркетинг какой-то, да, вот эти все SMM-истории. Ну, что-то может провисать, да. Ну, то есть, да, что-то можно провисать. Это обычно хорошо наблюдается, когда у нас идут какие-то вещи, типа там фестивали люди нужно рекламировать, да, или там какие-то моменты, когда нужно заниматься типографией, там, да, полиграфией, прочим всем, когда нужно миньк печатать. Когда вот ты всем этим занимаешься, на этом фокусируешься, у тебя какой-то момент начинает провисать. Да, поэтому лором очень хочется заняться, типа, да, плотно, да, но нужно ресурсы как-то распределять. Да. Кто чем занимается? Ну, игромехом занимаемся вместе. Да. Вот. Я, соответственно, получается, в большей степени, наверное, визуалом, ты в большей степени наполнением, ну, да, литературным, да, мира, да, миром. Да. Не знаю, условно, соцсеть больше я, наверное, отписываюсь. Да, да. Ну, ты производство, соцсети. Я производство, да, я соцсети. Вот, у меня в основном это именно наполнение мира истории, лор и так далее. А игромехом, говорю, вместе занимаемся. Ну, типа, в основном персонажи пишу я, но
Типа, это как делается? Я что-то пишу, предлагаю, приношу Фиме, и типа мы сидим, обсуждаем, и в итоге после этого только уже рождается персонаж. Какие персонажи будут выбраны, мы обсуждаем вместе тоже, ну, то есть принимаем решение. Вот, так далее. Как-то так. Ты говоришь, занимаешься визуалом. Чем именно? Артами? Это твои арты? Ну, нет, ну, непосредственно я не рисую. Не так. У нас, короче, у нас есть очень классный художник. Вот. Да. Можно, наверное, назвать его Александр Рейкер. Рейкер зовут, да. Везде называем. Да. И, собственно, у нас есть идеи в голове. То есть мы сначала придумываем персонажа, потом придумываем концепт, как он должен выглядеть, договариваемся вдвоем, соответственно, о условном ТЗ, типа, что у него должно быть, как он должен выглядеть, в какой стилистике должен быть нарисован. Вот. И, собственно, просим его это изобразить. Он изображает, чаще всего он попадает практически раз в десятку. Несколько раз мы... Ну, как бы понятно, что периодически какие-то изменения вносишь, там, типа, здесь вот это вот убрать, здесь это добавить. Но чаще всего он прям очень классно угадывает с тем, что нам нужно. Ну, просто, ну, вот так получилось, что сошлись с человеком, что вот он так себе представляет мир, мы так себе представляем, нам нравится. И недавно мы нашли еще... Точнее, не мы, это вот как раз этим занимается Серафим. Он нашел очень классного 3D-скульптора, девушку из Беларуси. Вот. Скульпторов у нас на самом деле было много. Да. Ну, то есть, опять же, ну, то есть, моя роль в этом именно искать людей, которые могут реализовать наши идеи, и плюс курировать, ну, собственно, исполнение. То есть, там, да, и, например, там какие-то вещи. Там, например, если кто-нибудь что-нибудь там нарисовал, и вот он дает варианты, и прям самые нерабочие, я сразу сходу типа могу отбросить, потому что я знаю, что и Славе такие тоже, скорее всего, ну, не понравятся. Ну, если есть какие-то вопросы, мы просто, опять же, да, ну, да, смотрим, да, разговариваем, обсуждаем, решаем, что вот так нам нравится, так нам не нравится, и принимаем решение. Да, а по поводу скульпторов у нас, вот я также всех скульпторов находил, у нас был скульптор итальянец сначала, потом американец, потом американка, испанка. А я думал, она из Америки. Я думал, это болезнь. Ну, ты правильно думал. Да, ну, надеюсь, она все еще... Возможно, будет американка. Все еще здорова. И вот, получается... И вот девушка из Беларуси, да. Она вообще офигенно делает, нам очень понравилось. Она нам сделала первую модель, мы такие, о, охренеть, это лучше, чем все, что было до этого. Вообще, она очень круто лепит. Давайте, давайте к лору сходим. Я ничего не слышу. Давайте сходим, пожалуйста, обратно к лору. И расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ты такой, вообще-то, миров. И стало интересно, сколько там у вас миров? Ну, грубо говоря, все устроено примерно так. То есть есть условный Игдрасиль. Это технически не совсем дерево, но это спойлер. Вот, но есть условный Игдрасиль, да, древо жизни, которое там во многих культурах присутствует, которое пронизывает, значит, миры, прорастает сквозь них. И они с помощью этого древа связаны. Но, по сути, ось мира, скажем так, является собой, скорее, механизм. Вот такой механизм, который движется постоянно, и от него, как лепестки, отделяются миры. Вот, они постоянно двигаются и крутятся, периодически проходя друг над другом. Сделано все таким образом, что у каждого мира есть, потом покажем, там есть штука, есть явь и навь. То есть явь — это условно мир живых, верхняя часть вот этого, да, верхняя часть вот этого мира, да, на которую падает солнечный свет, падает свет, который согревает, дарит жизнь, это мир живых. Но обратная часть, там она тоже кем-то населена, туда солнечный свет не попадает. И это навь, мир мертвых, мир духов и всяческой нежити. И вот эти миры, да, они вращаются вот по этой его жезлу, столбу, да, по этой механической штуке, по этой, периодически, как я говорил, проходя друг над другом, и иногда получается так, что навь одного мира зависает над явью другого, это неизбежно. А в самом центре мира, в центрах миров, да, находится так называемая зеница мира. Это место, где грань между явью и навью, она истончается. И когда случается так, что вот эти две, значит, зеницы проходят ровно друг над другом, истончается и грань между двумя мирами. Таким образом, они могут начинать перемешиваться, и существа из одного мира могут попадать в мир другой, например. Поэтому у нас мы начинаем а-ля с славянской мифологии. Это значит, что у нас славянский мир, вот этот Discworld. Да. Действие происходит у него. Ну, называется, но... в общем-то, славянская явь. Да, славянская явь. Вот. Но в перспективе у нас будут появляться другие мифологии. Да. Это значит, что у нас условно каждая мифология — это свой собственный вот такой мир. Абсолютно верно. Мирок. Мы уже говорили, да, много раз, наверное, где, что
будут разные мифологии в игре. Все не будет ограничено только славянами. Его даже уже спойлерили, что следующая большая коробка, именно сет полноценный большой, будет посвящен скандинавской мифологии. Там вот скандинавы со своими всякими приколюхами. Но не обязательно, что у нас будут мифологии идти типа одна за другой. Да, у нас могут выходить периодически персонажи вообще из рандомной мифологии. Могут и будут. И точнее, да будут. Да. Вот, то есть, условно, там вот у тебя идут славяне-славяне, потом там бац, какие-нибудь... Греки. Греки внезапно. Да, каким... А потом такие, целый сет скандинавов. Например. Условно. В общем, персонажи раз мифологии, скажем так, отдельные, не в рамках каких-то больших сетов, будут появляться постоянно, потому что мы хотим именно много персонажей иметь. И же тема в том, что у тебя, грубо говоря, всевозможные былинные герои и необычные существа, и их огромное количество населяет мир. Наверное, тут ты уже заметил, что у нас нету каких-то очень могущественных сущностей, то есть все... Типа богов. Да, да, да. То есть все персонажи игры — это не божественные сущности, какие-то более мелкие. Таких достаточно много в разных мирах существует, и хотелось бы иметь очень большое количество персонажей, чтобы было много, чтобы можно было прикольно комбинировать, как с точки зрения визуала, так и с точки зрения способностей. Да, у нас, ну, по механике, ну, как бы по, наверное, идее игры, у нас что-то типа мобы на столе, да типа батл-арена. Вот. Поэтому, как мы знаем, в любой, значит, такой арене... Мультиплеер, арене игры, мультиплеер, офлайн, батл-арена. Батл-арена, вот так получается. У нас, ну, чем больше персонажей, тем интереснее. Вот, потому что, опять же, их можно по-разному комбить, можно разные стратегии придумывать, тактики и так далее. Вот. И вот. Ну и плюс это позволяет найти своих самых любимых персонажей из разных мифологий, из разных там сказок, и поставить их на стол и классно им поиграть. Да. Здорово. А сколько сейчас персонажей есть у вас? Сейчас у нас есть вот эти вот 12 персонажей, которые выходили в изначальной коробке. Да, в большой коробке. В большой коробке. Коробка стартер, которая называлась, она у нас выходила на краудфандинге. Да. Crowd Republic. Абсолютно верно. Вот, и она вроде как, ну... Она эксклюзивом была для именно крауды. И, соответственно, сейчас у нас игра выходит вот в таком формате парных коробочек маленьких. Там две миниатюры, две базочки, две карточки персонажей у них содержатся. Там сейчас, собственно, есть коробочки, которые содержат все персонажи, которые изначально были в старте. Да, то есть это те же самые персонажи. И сейчас, условно, нашу игру можно купить... Ну, не знаю, в распил, наверное, если так можно. Ну, назвать. Короче, можно по отдельности разные пойти элементы. Взять просто все коробки, будет то же самое, и плюс поле отдельно продается, это самое важное, что нужно для игры. Да, это, соответственно, вот. Либо можно, допустим, если нравятся не все персонажи, или хочется только ростер это 6 персонажей. Да. Вот, можно купить только 3 коробочки, а не 6, и ограничиться этим. При этом сейчас у нас уже тоже, да, кое-что показано, уже почти готово 4 новых персонажа, которые будут, соответственно, в 2 дополнительных коробочках продаваться. Они все еще будут из... славянской мифологии, добиваем, скажем так. Там будет у нас Кикимора, там у нас будет Вурдалак, там у нас будет Царевна-лягушка, и там у нас будет Василиса Премудрая. Да. Вот. Также уже сейчас вот в разработке находится коробка с скандинавскими персонажами, идут тесты персонажей. И не так давно, собственно, начали работу над как раз сюрпризом. Вот как раз вот персонажами, которые выйдут из дополнительных мифологий до их официального релиза. Да. Вот. Будем спойлерить это куда-нибудь. Спойлерить откуда? Да, из каких мифологий. Хотите, чтобы мы спойлерили? Напишите в комментариях. Да. Но мы сейчас не прочтем, поэтому решайте сейчас, пацаны, спойлерить вы или нет. Давай ты решай. Давайте кинем монетку, которой нет. До шестой, до шестой. Кинь кубик. Кинь кубик. 1, 2, 3, спойлер. Давай. Давай. Спойлер, ну вот. Мы не будем называть, каких персонажей мы будем делать, но мы скажем мифологии, из которых они пришли. Это будет египетская мифология, греческая, кельтская и китайская. О, вот этот набор. Да. Интересный набор. Честно говоря, редко когда встретишь где-нибудь персонажей китайской мифологии. Ну вот так. Очень круто, что они будут. Очень круто, что они будут. Я надеюсь, он понравится. Мне он уже очень нравится. Да. Очень прикольно. Еще интересно, как его нарисуют. Да. Да. И я хотел еще спросить, вот на обратной стороне вашего картонного поля я увидел какую-то красивую карту. Да. Что это за карта? Это, в общем-то, мы хотели изначально в коробку положить большой плакат. Вот. Но забыли. Нет, не забыли. Нам запретили это делать. Не влезли, короче. Потому что у нас, да, из этого не закрывалась коробка, но мы не хотели, а мы уже нарисовали. Вот, и нам хотелось это сохранить, мы решили сделать это на обратной стороне поля.
Вот. Ну, то есть, не то очень это удобно, карта. Но посмотреть можно. Да, это, карта, это карта славянской Яви конкретно. То есть, именно светлой стороны славянского мира. Это вот. То место, где происходит действие игры? Да. В том числе. То есть, там как раз по центру там изображено вот это древо. Да. Ну, это лукоморский дуб. Короче, это да. Вы можете продемонстрировать его. Конечно. Вот. И там, собственно, это дерево, оно окружено лесом. Да. И, собственно, вот вокруг этого дерева весь движ и происходит. Да, это лихобор. Мы рассказали про общую космологию, да, назовем это так. Ну, так, в общих чертах. Ну, а что конкретно на поле боя происходит, конкретно в ваших играх, да. Это, соответственно, встречаются разные персонажи и пытаются получить контроль... Надо вот этим деревом. В этом месте как раз зеница мира размывается граница между, скажем так, реальностью и нереальностью, да, между миром живых и миром мертвых. И там можно найти некоторые, скажем так, места силы, обереги, артефакты. То, за что вы сражаетесь в игре, как мы и описывали, да, там места силы есть, да, такое необычное слово. И одна из фишек заключается в том, что в силу, скажем так, мироустройства, когда-то давным-давно один великий бог, который там в свое время разделил себя на три части, но это уже потом почитайте, если будет интересно, вот, он заложил, он создал, соответственно, младших богов, скажем так, и завещал им управление вот этим всем мировым огромным механизмом. Вот. Но поскольку он знал, что в его механизме есть изъян, да, и его можно сломать, вот. Сделать это можно было только в одном месте. Сделать это можно было в зеницах миров. И поэтому он сотворил все таким образом, что божественные сущности не могут проникнуть в сердце мира. И это невозможно. Они не могут пройти невидимый, непреодолимый барьер. А смертные сущности, ну, то есть ненаделенные именно божественной силой, могут. И манипулируемые зачастую богами или другими какими-то, да, существами, они отправляются, влекомые своими желаниями, да, их злой или доброй волей, их кознями, их обманом, они отправляются в эти места для того, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи, где они неизбежно встречаются друг с другом, у них возникает конфликт интересов, потому что они пришли за одним и тем же, и они сражаются. И именно поэтому в нашей игре есть механика, которая позволяет персонажам сразу же после гибели возродиться обратно. Поскольку грань между явью и навью очень тонка, то есть между миром мертвых и миром живых, полноценно умереть там невозможно. То есть ты как бы проваливаешься на одну сторону и тут же вываливаешься обратно. Вот. Я даже не знаю, как это... Короче, это надо читать. Так ну, просто это не понять. Ну да. Ну, это вот то, что мы говорили. В голове очень много дофига всего, но на бумаге еще не все. Нет, ну типа это, кстати говоря, конкретно уже, в принципе, написано в книжке. Ну да, но не настолько подробно. Ну, наверное. А рассказы пишешь ты, да? Да. Мне вот интересно, если... Я теперь не буду знать, кто... А материться можно на канале? Ну, мы запикаем. А, тогда надо будет построить. Хотя, не важно, теперь, короче, все знают, кто пишет хуйню. Я хотел спросить, почему бы, если на это мало времени, не подтянуть, может, кого-то еще интересует? А мы думали. Мы думали над этим, на самом деле, да. Это вообще болезненный же момент для любого творца. Мы даже искали людей немножко, чуть-чуть, кто бы мог писать. Ну, типа, то, что находили, не зашло. Типа, когда сможем найти то, что зайдет. Вообще, план, на самом деле, мне кажется, такой, что мы в любом случае... Нужно сделать какую-то серию рассказов. Да. Базовую, которая будет... Ну, типа, они задают тон всей комнате, да? Грубо говоря, мы сейчас что хотим сделать? Надо дописать, по крайней мере, полноценные рассказы про всех изначальных, да, персонажей. Да. Вот. И когда это с этим будет закончено, можно будет уже... как-то больше сосредоточиться на поиске людей, которые, прочитав эти рассказы и поняв их стилистику, смогут их писать. А я уже смогу просто, по сути, заниматься редактурой и говорить, что вот здесь надо не так писать, здесь надо вот так писать и так далее. Это будет вообще супер здорово, потому что это, опять же, какую-то часть нас задач снимет, и можно будет непосредственно заниматься геймделом, что самое крутое и самое интересное. Хотя, на самом деле, писать тоже весело. Но тут вообще то, о чем мы изначально говорили, да, тут очень много вещей, которые мы делаем сами. И вообще, в идеале, в принципе, с себя кучу задач снять. Для этого нужен издатель, издателя пока нет. Вот, поэтому и неизвестно, появится он вообще когда-либо. Поэтому пока все делаем сами. Как делаем, так делаем. Поэтому не так быстро, как хотелось бы, но как есть. А вот тут место есть на карте Каргат. Так называлась деревня, где жила моя бабушка. Серьезно? Да, это деревня в Сибири, под Новосибирском.
Очень прикольно. А еще какие-нибудь отсылки? Ну, типа... Ну, тут есть Ростов. Тупо Ростов. Да. Вот. Тут есть, соответственно, ну, Лихобор. Что тут у нас из Бана Курьих Ножках есть. Новгород есть. У нас есть... А, у нас есть Чудское море. Да, Кчатское, Чудское море. У нас, типа, идея в том, что, ну, поскольку это, ну, так же, как плоский мир, условно, да, у нас он огорожен... как бы краем, который непонятно, что там за ним находится. Называется Чуди. Вот да, Чуди. Да. А вот. Какое море протекает по Чуди? Чудское. Да, ну, на границе, да. Соответственно. И то есть, условно, если ты туда заходишь, то там, типа, люди пропадают, непонятно, что там вообще происходит. Ну да. Поэтому весь движ вот здесь вот. Тут у нас есть, ну, из крупных городов у нас, соответственно, тут Новгород. Угу. Вот. Ростов. Есть внезапно Олафсборг. Олафсборг, да. И, соответственно, Карган. Карган, да. Ну да, ну то есть у нас тут он как бы славянские города, но еще у нас есть чуть-чуть такого северноевропейского. Это продиктовано, опять же, это в лоре был такой момент, когда в этот мир попал один персонаж из другой мифологии, и плотненько здесь обосновался, и, в общем-то, начал... Он уже стал своим, на самом деле. Он стал своим дробь чужим, потому что он, в общем-то, начал активную борьбу с жителями этого мира, и вот именно где-то вот в этом месте Добрыня с ним сшибался не на жизнь, а на смерть. Ну да, да. Вот, а здесь у нас немножко, наоборот, такая азиатская история. Да, да, да. Такая... Восточная. Восточная. Угу. То есть, как бы, в целом все тут славянское, но некоторые вкрапления других культур имеют место. Да. Это, слушайте, опять же, продиктовано именно тем, что это же не первые, там, условно, там, 100 лет, когда вот эти десницы там пересекаются, когда миры смешиваются. Сейчас просто, ну, в лоре кое-что произошло, и некоторые силы активизировались. Поэтому это стало таким более постоянным. Но это происходило на протяжении там тысяч лет. Поэтому, естественно, уже многие миры, они обросли кусочками других миров. И тут у нас, соответственно, на самом деле... У нас тут помечены локации, с которыми разные персонажи связаны. То есть, да. У нас есть Муром, но в данном случае Муром — это деревенька. Да, то есть Муром у нас не город, это именно деревня. Да, там, не знаю... Ну, и, соответственно, и этот город, все города, они связаны с некоторыми персонажами. Понятно, что изба и там столб. Да, там, ну, там можно, да, очевидно, можно догадаться, да, с кем это связано. Есть болота всякие. Тоже там тоже кто-то может сидеть, кто да, может, да. Лихобор тоже, там кто-то ходит, да, наверное. Кто-то что-то ходит. Ну, что-то, в общем, да, так и есть. Ну, слушайте, у вас, пусть даже не на бумаге, пусть просто пока, как бы, большей частью в ваших светлых головах развитый бэк, развитый мир. Обычно, когда я наталкиваюсь на какой-то игру с развитым, обширным бэкграундом, тут же у меня возникает вопрос, а где поискать ролевку по ней? Да, я тоже спрашиваю, такой же не первый раз. Но на самом деле у нас в планах есть ролевка по нашему миру. Есть в планах. В планах очень много что есть. Во-первых, уже есть достаточно неплохо продуманное расширение для самой игры. Я сейчас имею в виду не дополнительные коробочки с персонажами и новые там, да, большие аддоны с культурами, ну, с новыми мифологиями, а именно надстройки, да, добавляющие, ну, скажем так, новые элементы геймплея. Вот. Достаточно много уже есть написанного. Вот. И в том числе, да, нам задавали вопрос про ролевку. Нам интересно это сделать, но это точно будет не в ближайшее время, потому что сначала нужно доделать нормально сам варгейм. И, по крайней мере, выпустить те аддоны, которые мы запланировали. После этого можно будет выдохнуть немножко и уже о чем-то другом подумать. Когда новая коробка? Большая. Сложно сказать. Да. Ясно. Это самый короткий ответ. Слушайте, ну, короче, мы... планировали когда-то, что мы успеем выпустить ее до конца этого года. Но мы не успеем, скорее всего, выпустить ее до конца этого года. Опять же, до конца года нам хорошо бы успеть запланированные маленькие еще коробки с доп-персонажами. Маленькие мы успеем. Маленькие мы успеем до конца года выпустить. А с большой... Зависит от полиграфии. Ну да, всегда. Всегда все зависит от полиграфии. Там смысл в чем? Если мы успеем там в ближайшее время найти каких-то ребят, которые могут нам как-то помочь, ну там, например, с изданием игр, у которых есть уже свои мощности, которые могут делать это быстро, да, снять с нас эти задачи и сделать их быстро, качественно, вот, тогда мы, наверное, может быть, даже что-то успеем.
ну, типа, большую коробку к концу года. Но учитывая, что пока таких у нас не предвидится, вот, изменений, будем говорить как есть. На том этапе, пока у нас нету издателя, да, скорее всего, мы к концу года не успеем большую коробку. Но маленькие сделаем. Mm-hmm. Дополнительные, имеется в виду. Ну, класс. Ну, что, ребят, я желаю вам удачи с поисками издателя. Если какой-то издатель смотрит этот выпуск, пожалуйста. Да, какой-то издатель. Не проходите мимо. Еще, кстати говоря, из небольших спойлеров, в ближайшее время, ну, в скором, не ближайшее, в скором времени появится очень много новых артворков в группе. Вот. Ну, они будут так. Ну, они будут, естественно, они будут друг за другом идти, чтобы не сразу все выкидывать, чтобы прикольнее было. Но это будет прям... Это будет очень много свежего дыхания, свежего влияния, вливания в игру. То есть прям мы это кое-что там это покумекали, поделали, и поэтому скоро будет интересно. И кое-что влили. Ну что, друзья, большое спасибо. Очень рад был вас сегодня привечать в студии. Я надеюсь, это не последний раз, когда мы с вами видимся. Ну, если позовете нас снова, мы обязательно придем. Нам только палец в рот положим и сразу локтя откусим. Ты что, на самом деле здорово, что нас позвали, собственно, что Денис согласился как бы нас у себя любезно принять. Очень классно с ним пообщались. Вот. Ему, в общем-то, понравилось то, что он увидел. Надеюсь, вам тоже понравится. Вот. Так что, если что, зовите в гости. А так вы знаете, где нас найти. Во-первых, нам всем можно... Нам всем. Нас тут, меня же, правильно? Да. Нам обоим можно писать в личку, да, в соцсетях, да, можно писать. У нас есть Discord-канал, у нас есть группа ВК. Можно написать. Сайты? Ну, туда написать не получится. Да. Вот. Ну, там есть ссылка на наши соцсети. Да, так что если кому-то интересно, хочешь что-то спросить, узнать, всегда можно обратиться. Мы всегда всем отвечаем. Ну, повторюсь, есть Discord-канал, там уже куча единомышленников, всегда можно прийти, пообщаться просто за... Главное туда зайти и навести суету. Да, да. Суетологи есть? А если найду, ну, попрыгайте. Ну, в общем, да, если кому-то интересно, можешь туда тоже залетать. Мы всегда рады чем-то там, сказать, своей новой информацией поделиться. И, в общем-то, как мы уже говорили, играем мы не только в лихо, мы еще и в другие варгеймы играем. Так что, я думаю, свидимся. Если что, дать отдельный респект ребятам из настольного клуба Goldfish. Они нам очень сильно помогают всегда. Вы классные, спасибо вам за то, что есть. И, собственно, там продаются коробки. Да, там продаются коробки, если кому-то интересно. И нас там тоже можно часто найти. То есть чаще всего по четвергам мы там зависаем. Иногда с лихо проводим обучалки. Да и просто играем всякие игры. Вот. Пью-пью. Не без этого. Кайф, спасибо большое. До новых встреч.